жара в Лазаревском. Пойду-ка я схожу на море. Дневной обзорчик сниму. 12 часов 9 минут. Рыб, кстати, стоит в тени, показывает плюс 34 где-то градуса. Камера морская, звук, соответственно, будет приглушен, поэтому сильно не ругайтесь. Решил, только что решил, не идти на пляж Касабланка, по прямой, во всяком случае, а свернуть на салют. Дамир тут попивает что-то. Всем привет, ребят. Здравствуй, Алексей. Как дела у вас? Нормально, спрашивали твой телефон. Опять? Да, я не знаю, как доносить уже. Надо постоять еще минуту, наверное, вот так вот. Ролики есть все, ребят. Они спрашивают еще улицу. Улица Калараш, 14. Мы же это говорили в ролике и показывали. А я в комментариях читали, люди спрашивают, какая улица, где подойти. Мне кто-то вчера попросил телефон, но я был не у компьютера, с телефона неудобно вообще. Когда, если честно, было. Поэтому сейчас показываю. Смотрите, смотрите. Все, ладно, пошел уже. Пойдемте к морю. У нас тут, смотрите, транспортный коллапс. Сплошная. Да кому она нафиг нужна? Встречка. Да тоже всем пофигу. Вот, смотрите. Энтузиастов 3 вот напротив. Ну и нас Владимир тоже. Просто стоят машины рядом со сплошной. Да им пофигу абсолютно. Тут на повороте стоят. Вот были здесь парковочные места. Мы когда-то в свое время делали их. Вот прямо на этом месте. Когда нам разрешили парк делать, мы сделали парк и сделали. И нам дали несколько парковочных мест. Сейчас их просто заставили вазонами. Но сделайте, не хотите, пожалуйста. Уберите вазоны чуть-чуть дальше, сделайте чуть-чуть шире проезжую часть, чтобы могли люди ставить машины свои. Не мы, нам не надо, мне здесь все поставить. Люди просто, которые приезжают. А у нас, как всегда, там куча вон. Ремонт. Естественно, никакого ремонта не ведется. Третий год уже ремонт не может вестись. А людям машины негде ставить. Даже людям, которым... Я уже не говорю про парковку, нет. И сейчас речь идет о тех людей, которым нужно в больницу. Они реально приезжают в больницу, местные жители, там приезжие, неважно. Человеку надо в больницу. А тут ремонт парковки. Ну почему-то ремонт такой, выборочный ремонт. Ай, блин, слов не хватает. Ящеры бегают. Ребята, заметили ящера. Очень жарко, солнце светит, башка болит. Возможно, это взаимосвязано, я не знаю. Поэтому пойдем окунемся в водичку. Сейчас наверняка еще встретим Олика, который будет нам рассказывать про самое вкусное пиво на всем побережье. Вообще больше нигде нету. Только здесь, только у него. Мимо отеля Бристоль пройдем, конечно же, тут вариантов немного, которые я рекомендую. Сейчас посмотрим, может, там еще и очередь будет, кто его знает. Время такое, 12 часов, уже наверное, да. Да, но ленточка не перетянула, видите, ползала в очереди. Еще раз напоминаю, здесь вот посуточная парковка, 300 рублей, 300. Может, кому-то надо. Там еще парковки, на Адольского, 3 парковки в одном флаконе, прям рядышком. Я проходил, вам показывал недавно вот. Все есть. Да, их мало, да, они частные там такие вот, но они есть. При желании можно поставить свое транспортное средство. Тем более смотришь, когда вот так какие-нибудь дорогие, очень дорогие машины там, и прям на повороте пофигу где абсолютно.
абсолютно пофигу. Ставят, ничего не боятся. А если вдруг... Да что вдруг? В прошлом году вы видели, да? Показывал, я не помню, то ли какой-то белый автомобиль был, я не помню, какой именно был. Нос ему свернули полностью, и все. Вот маленькая парковочка тоже. Легковая, 300 джип, 500 рублей в день. Покупайте маленькие легковые автомобили. Либо берите их на прокат и езжайте к морю. Сэкономите немножко. Рублей 200 в день. Компания Gloria. Помнится, раньше меня отправляла компания Gloria в Дубай. Нет, не в Дубай. В Прагу. А вот уже и пляж, в принципе, начинается. Сапчасть 1000 рублей. Пойдемте посмотрим на море. Да и не просто посмотрим, а окунемся. Чуть-чуть. А где-нибудь надо подобраться поближе к воде, чтобы никому не мешать, чтобы тапки мои никому не мешали. И футболка тоже. Да, людей полно. Момент. Все, идемте. Море сегодня обалденное, чистое, хорошее, теплое. Я не замерял температуру, я и не знаю. Выше 28 точно, комфортно. А народу, что в пляже, что на, в море. Точно, что на пляже, что на море. Распаренный, жарко. Попытаюсь проплыть куда-нибудь там между людей. Главное, чтобы вам водичка не заплеснулась. Вдруг кто-нибудь там, допустим, за столом. Да. Место на пляже Салют есть, но, опять же, я не знаю. Обед все-таки. Кто-то, может, уже убежал. Ладно, плавать одной рукой неудобно. Но я старался. Вот такой вот получился дневной обзор. Зато про пляж Салют.